Кому точно морозы не помеха, так это любителям острых ощущений. Мотоциклисты-экстремалы из Екатеринбурга. Два Дмитрия, Калинин и Кузьмин, на отечественном Урале добрались из родного города до Воркуты в 30-градусный мороз. Путь был ожидаемо непростым. Были и поломки, и даже небольшие ДТП. Вот она, опасность зимней дороги. Резкий поворот. Не знаю, без всего. Чуть-чуть остался. С 3 января герои проехали Ивдель, Югорск и Игрим, где местные жители советовали мотоциклистам не ехать дальше на север. Впрочем, убедить экстремалов не смогли. Дмитрием из-за мороза еле хватило топлива до следующего населенного пункта – Мужей. Там, в Шаурышкарском районе Ямало-Ненецкого округа, отважных мужчин и настиг самый суровый мороз. Мы Шурышкалы, Шурышкары, 40 градусов. Сейчас офигеют. Мотоцикл вообще не глушим. Так не нагревается. Затем стало заметно теплеть, а сегодня ночью оба экстремала в целости и сохранности прибыли в Воркуту. Теперь им предстоит такая же непростая, но гораздо более теплая дорога домой. Синоптики, наконец, прогнозируют потепление.